что ли? Со дня рождения Фуада Молхозова, учителя математики, ветерана труда из Улапсыш, отметили в родной школе преподавателя, где он проработал многие годы. На вечере памяти в его родной школе, где он проработал многие годы, делились воспоминаниями о школьной жизни и роли наставника в их становлении как личности бывшие ученики Фуада Нуховича. Фатима Даурова подробнее. Наверное, в ПСЖ нет такого человека средних лет, кто не знал бы самого строгого и самого рассудительного, терпеливого учителя математики Фуада Нуховича Молхозова. На его принципах преподавания до сих пор основываются его бывшие ученики, которые сами встали на путь просвещения. Чувствуя его тепло по отношению к нам, к ученикам, и особенно тепло к своим коллегам, особенно к младшим коллегам, которые только пришли работать, это Евгамукова Галимата Тустановна, Листова Нина Башировна, как он передавал им свой опыт, это все равно чувствуется и видится. И поэтому я решила сама для себя, что я стану педагогом на самом деле. Вклад Фуада Молхозова в систему образования невозможно переоценить. Все время он находился либо в школе на занятиях, либо за переводом очередного издания с русского языка на свой родной абазинский. Он переводил учебные пособия, документальные научные труды и художественные произведения. С его помощью впервые дети смогли прочитать на родном языке повесть Валентина Катаева «Сын полка». Его учительский авторитет распространялся на всех, даже на собственных детей. И дома, и в школе одинаково строго было. И у папы, в принципе, самое главное было, чтобы дети воспринимали все, что, значит, необходимое для будущего, для того, чтобы они могли достигнуть в будущем чего-то. Это его была просто мечта, и это относилось не только к детям своим, это относилось к всем своим ученикам. Для него самой большой наградой было это достижение своих учеников. При гимназии действует кабинет математики имени Фуада Молхозова, полностью оснащенный современными средствами обучения. Он был открыт благодаря меценатской помощи детей и учителя. И они же стали учредителями Олимпиады по математике и родному языку имени отца. Фуад Молхозов стал героем своего времени, достижениями которого сейчас гордится весь абазинский народ. Фатима Даурова, Алибек Кишеров, Вести, Карачаево-Черкесия.